Мособлгаз «Север», начальник аварийно-диспетчерского участка Чумаков Алексей Сергеевич. Проводится инвентаризация газового оборудования. Откройте дверь, пожалуйста. Жители деревни Прусы таких гостей не ожидали, но специалисты Мособлгаза рады. Проверка оборудования необходима в каждом доме, а безопасность – одно из главных условий комфортного проживания. Газовое оборудование у Владимира Гричина было установлено 4 года назад, включая датчики утечки газа и необходимые счетчики. По словам хозяина дома, сбоев пока не возникало, запах газа отсутствует. Утечки на газопроводе у вас отсутствуют. Хотелось бы уточнить информацию по поводу договора. Есть или нет на техническое обслуживание газового оборудования? На данный момент нет. Во время техобслуживания газовщики проверяют целостность оборудования, герметичность соединений и отключающих устройств. Также осматривают окраску и крепление газопровода. Проводят инструктаж. Конечно, мне специалисты сейчас, которые осмотрели оборудование, они меня порадовали тем, что у меня нет никаких утечек и все работает исправно. И объяснили, что все-таки договор на специализированное обслуживание ежегодный или там на более длительный срок заключить необходимо. Сотрудники службы осмотрели устройство и предложили Владимиру заключить договор на обслуживание. Его оформляют прямо на месте. А вот у Сергея Рыгалова договор на обслуживание есть. Газовое оборудование установлено отдельно в нежилом помещении. Хозяин очень ответственно подходит к вопросам безопасности. Это безопасность, и мало ли, это газ, это не шутка все-таки. Это может так взлететь все, если не принимать меры такие. На летние каникулы к Сергею Рыгалову приезжают внуки. Он им тоже напоминает об осторожности. Нам в школе говорили, то, что надо быть аккуратным, то, что из-за него может быть пожар возник. И мне мама, папа, бабушка и дедушка говорили, то, что надо быть с ним аккуратно. С начала апреля специалисты Мособлгаза уже проверили 120 тысяч жилых домов региона, в том числе и в Мытищах. Процедура очень простая. Он заключается с любой специализированной организацией, имеющей право производить данные виды работ. Такой организацией также является АО «Мособлгаз». И процедура абсолютно упрощена. Для этого необходимо обратиться в офис обслуживания или онлайн на сайте нашей организации АО «Мособлгаз». В случае отсутствия договора на техобслуживание абоненту поступают 2 уведомления о необходимости его заключения. Если после этого собственник так и не заключит соглашение, его отношении будут применены административные меры, вплоть до отключения газа. Проверка, проводимая сотрудниками Мособлгаза, показала, что газовое оборудование, которое находится в частных домах в деревне Прусы городского округа Мытищи, находится в технически исправном состоянии. Однако жители должны помнить, что осуществлять контроль за ним нужно регулярно. Алла Сталаева, Олег Степанов, Первый Мытищинский.